полицию надо ее сдать. 1-апрельские выходные бурные и буйно прошли в Нижнем Тагиле, где очень жестко обострили или обсадили одну весьма местную жительницу, которая средь бела дня раздербанила целую автопарковку во дворе, ничуть не стесняясь, что ее в открытую снимают на видео. Восстание против машин случилось на вагонке возле домов 85 и 95 по Ленинградскому шоссе. Женщина в черном пуховике с капюшоном на головушке обходила припаркованные машины и с мясом вырывала им предметы лобовой гигиены. Она не просто снимала щетки, но старалась, и это ей удавалось, то вырвать, то неизлечимо загнуть стеклоочистители, намекая, видимо, на то, что дворников тут слишком много для одного двора развелось. Ну, что делает? Вот и главное, пиликала, вот там не пиликает, да? Ну, сейчас свежий. Естественно, наблюдатели, один из которых даже попытался тетю физически остановить, но получил отпор, уверенно заявляли, что дама-лудистка была либо пьяна, либо под веществами. Хотя вы же понимаете, что для кого-то и просто весна сейчас сама по себе уже вещество еще то. А еще на ее шаловливых ручках были замечены татуировки. Хотя, с учетом специфики места, уместнее, наверное, было бы говорить о портачках и о том, что тетя принадлежит к спецконтингенту. Это хороший знак для пострадавших. Тогда по пальчикам, оставленным ею, ее можно будет легко определить по полицейской базе. Всего таким образом она обесчестила более десятка машин, а более зоркие филологи даже пишут, что более 11. А вот в 17-й отдел полиции с заявлениями почему-то обратилось только 8 автовладельцев, а остальные, видимо, не настолько обидчивы.